Дамы и господа, начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров 28-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях среди сеньорок в отдельных видах многоборья. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome to the prize-giving ceremony of the winners of the 28th European Rhythmic Gymnastic Championships in Group Seniors Apparatus Competition. Итак, бронзовыми медалями в упражнениях с мячами награждается команда Болгарии. In exercise with balls, the bronze medals for the third place go to Team Bulgaria. Серебряными медалями за второе место награждается команда Белоруссии. And the silver medals for the second place go to Team Belarus. И чемпионками Европы в групповых упражнениях с мячами становится команда России. And the European champion in the group exercises with balls is Team Russia. Церемония награждения принимает участие Дерипайская Сарабни и Стаки Барре, член апелляционного жюри, член исполнительного комитета Европейского гимнастического союза господин Метин Саин, Турция, the member of the jury of appeal, a member of the executive committee of the European Gymnastic Union, Mr. Metin Sain, Turkey. Член технического комитета по художественной гимнастике Европейского гимнастического союза госпожа Марина Лобович, Белоруссия. The member of the technical committee of European Gymnastics of the European Gymnastic Union, Mrs. Marina Lobovich, Belarus. И губернатор, председатель правительства Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. Governor of the Nizhny Novgorod region, Mr. Valery Shatsev.
Дамы и господа, в честь команды победительницы звучит гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, in honor of the team winner, please rise up for the national anthem of Russian Federation. За третье место в групповых упражнениях с лентами и обручами награждается команда Италии. In exercise with ribbons and hoops, the bronze medals for the third place go to Team Italy. Серебряными медалями за второе место награждается команда Болгарии. The silver medals for the second place go to Team Bulgaria. И чемпионками Европы в групповых упражнениях с лентами и обручами становится команда Белоруссии. And the European champions in group exercises with ribbon and hoops is Team Belarus. В церемонии награждения принимают участие председатель апелляционного жюри, вице-президент Европейского гимнастического союза господин Рудольф Хедигер, Швейцария. The president of the jury of appeal, the vice president of the European Gymnastic Union, Mr. Rudolf Hediger, Switzerland. Вице-президент технического комитета по художественной гимнастике Европейского гимнастического союза госпожа Мария Петрова, Болгария. The vice president of the technical committee in rhythmic gymnastics of the European Gymnastic Union, Mrs. Мария Петрова, Bulgaria.
и президент технического комитета по художественной гимнастике Европейского гимнастического союза госпожа Хайде Брунедер, Австрия. And the president of the technical committee in rhythmic gymnastics of the European Gymnastic Union, Mrs. Hede Brunner, Austria. Дамы и господа, в честь команды победительницы звучит гимн Республики Беларусь. Ladies and gentlemen, in honor to the team winner, please rise up for the national anthem of Republic of Belarus. Дамы и господа, слово предоставляется вице-президенту Европейского гимнастического союза господину Рудольфу Хедигеру. Ladies and gentlemen, the floor is given to the vice president of the European Gymnastic Union, Mr. Rudolf Hediger. Ladies and gentlemen,